Ну что, тут очередной типа видеоблог. На машине едем в Дагестан с ребятами. Вот от Твери сейчас поеду на поезде. Сутки до Ростова. Потом поедем путешествовать. Поехали. Приехал в Ростов, встретились с Жехой, с бандитом. Вот, двигаемся в отель, а завтра с утра уже порвем. О, отель. Вот, короче, будем двигаться. Доброй ночи, всем увидимся завтра. Вот в таком отеле зависали. Вот уже Саня подъехал. Ну что тут, папка приехал на машине. Сейчас будем двигаться дальше. Почти приехали до Грозного. Сейчас небольшая проверочка. Ребята тут зарядку делают. Ну что вы хотите на это сказать, мужики? Как вам поездка? Как дорога? Кайф, с кайфом. Вообще очень все нравится. Чисто такой урбанистический, брутальный уют кочевника. Круто. Ну ты что хочешь сказать? Что? Короче, едем, едем. Сейчас будут нормальные виды. Там. Вот идем в Грозном. Подходим к сердцу Чечни. Ну вот я опять и в Грозном. Год спустя. Интересно, конечно, здесь оказаться. Не думал, что так рано окажусь. Ну вот опять приехал сюда. Едем в Махачкалу, в Дагестан. Да и вообще по всему Дагестану, пока вот гуляем по Грозному. В таком отельчике жили сегодня, ночевали ночку. Сейчас поедем с пацанами. Саня. Саня, Жеха. Серега там вот за рулем. Нашел я все-таки свои сигареты. Начну курить. Вот, сигареты для здоровья. Так что... Класс. То, о чем я мечтал. Я приеду посмотреть, о чем поют в твоих краях. Чужие. Ну, это был полный разрыв вообще. Вот, приехали. Самое интересное, что дальше? Ну, тут, видишь, на этот. Двигаемся по каньончику. Сейчас поедем дальше смотреть. Вот приехали на каньончик. Огонь. Вот там красотища. Торопит сила. Вот он, каньон красивый. Там даже орлы летают.
Московские москвичи приехали в гостиницу «Турист». Заселяться сейчас будем. Ну что, вы, слабаки, устали? Да, так точно. Сели отдыхать. Приятная усталость. Да. Ну да. Целый день сегодня болтались. И на каньонах гоняли, и на барханах, везде. Уют кочевника. Пока только один вижу. Доброе утро из отеля «Дагестан» в Махачкале. На этом стадионе, кстати, «Хабу» встречали. Вот пришли на Каспийское море. Повстречались. Отельчик очередной. Вот заселились в такой номер. Отличный. Здесь будем тусоваться ночку в Дербенте. Погнали. Сидим в Дербенте, сейчас будем кушать. Приехали посмотреть корабль «Лунь». Дербенте, крутимся, вертимся. Ну что, ребят? Все, давайте быстрее. Вот она, цена кадра. 57. Быстрее! А я думал. 3 часа 57 минут. Идем встречать рассвет на море. Дербент. Луню. Поехали. Что с людьми природа-то делает, объединяет. Посмотрите на них. Вот где-то высоко-высоко в горах летаем, что-то покупаем, закупаемся. Ну что тут у нас происходит? Контрольная закупка в Дагестане.
просто неописуемая красота. Древний город, очень красивый, текстурный такой, прям атмосферный, очень круто. Вот залетели в село Чох, дагестанские террасы, гляньте какие. А это у нас древнее село Кахип получается. О, какое на горе. Вот приехали на такую смотровую площадку. Вы только гляньте на эти виды. Просто безумно. Охренеть просто. Город Гуни в Дагестане. Раннее утро. Спасибо за это потрясающее путешествие. Всех. Ну все, всем пока. Вот и...